Ляля гуляет. Сегодня минус 3 градуса. Можно сказать, почти весна. Осенняя, зимняя весна. Да, Лилёк? Вот над нами такие стоят пихты или лиственницы, я даже не знаю, честно говоря, их называют. Это люди, когда квартиры получали здесь в 80-х годах, сами садили. Вот здесь груши, здесь пихты или лиственница как-то называется. Ну, это надо узнать. Она на зиму опадает, зеленые эти иголочки. Вот так вот Лялечка там свои дела. Быстренько скажи все. Да, ножками помашу, скажи. Побежали. Пошли.